Доброе утро. Несмотря на то, что мы ехали сейчас 5 часов, это действительно очень тупая. Мы приехали в Эйлат и на 2 дня на отдых. И у меня ужасный вид, потому что мы ехали 5 часов, и я очень устала. Но я рада, что меня отпустили, и я надеюсь, что мы очень круто проведем это время. Да? Посмотрите на этот бассейн, он там еще продолжается. И так на что на 2 дня. Тоже я в шоке, мне очень нравится. Я собиралась сегодня не спать до ночи, но я сейчас вышла. Я пошла спать днем, проснулась сейчас в 10, я вышла, и я никого не могу найти. Не понимаю, что происходит. Как вы видите, жизнь после Нали продолжается, и я хочу сделать вопрос-ответ, так что я буду ждать ваши вопросы под этим видео, чтобы вы меня просто спрашивали, что вам захочется. Пока-пока, комнатка. Это кальян детский. Кальян взрослый. Кальян взрослый. А, сам от него подзывал. Я тоже так детский сидела и думала, что я выступаю там. Надо выходить из дома и дышать свежим воздухом. Едем на пикник. Так тихо, что мне страшно. Я боюсь тишины. Давайте поговорим с вами о при ужасном освещении, просто в домашней одежде, о вещи, которые меня очень сильно волнуют. Если вы знаете, что такое программа Snapchat, это то есть программа, как сейчас сделали Insta Stories, что там типа через 2-4 часа удаляется. Вот Snapchat такая программа, которая именно специализируется именно только на этом. И у меня там есть куча знакомых девочек, которые бухают просто по-черному каждые выходные. И меня это ужасно выводит из себя. То есть, блин, ну ты же девушка, ну типа, ну, я не знаю, это может прозвучать очень странно, но ты должна пить какой-нибудь дорогой алкоголь, а не бухать водку у подъезда. Ладно, я неправильно выразилась. Ты ничего не должна, ты можешь пить бухать в водку в подъезда, ну просто зачем это делать каждые выходные и скидывать это в сеть? Это не делает тебя крутой, сигареты не делают тебя крутой, алкоголь не делает тебя крутой. Я не знаю, что с моей манерой сейчас разговора, я просто болею, поэтому мне очень тяжело говорить, у меня горло болит. Я не знаю, ты можешь заняться чем-то очень крутым, совершенствовать себя, а не бухать с пластиковых стаканчиков водку под подъездом. Все, я высказалась, просто у меня это было внутри уже около 3 недель, потому что я наблюдаю за девочкой, которая постоянно пьет на выходных, и потом вот с такими глазами снимает видео,
И я такая, черт, ну зачем ты это делаешь? Блин, тебе даже нет 18. А еще мне через неделю 18, я страдаю. Может, я стану старой? Все. Я думаю, надо закругляться и идти спать. И отредактировать видео хотя бы какое-то, потому что у меня куча материала, как всегда, валяется. А сейчас каникулы, и для кого-то это время отдыха, а для меня время двойного редактирования, двойных съемок и всего остального. Будет очень много классного. Я люблю вас. Расскажи, куда мы приехали, это не фото. Мы приехали в... Серёж, потом ты говоришь, что тебя слишком много. Да ну ладно, я попал, в последний влог, я видел. Министру этого бетахона, ну, безопасности. Безопасности Израиля. Его зовут Либерман. Он русский, я не знаю, что еще о нем сказать. Он мой дедушка. Стан. А мой папа. В общем, мы приехали, и все. И здесь круто, здесь есть еда. Это самое главное, что здесь есть. Я популярна. Мы встретились с дедушкой и пьем за это. Да. Либерман нас напоил. Либерман рулит. Ура. Смотрите, сколько тут бокалов. Давайте еще белого вина выпьем.